натуральные льготы, лекарственные препараты, тем больше будет у нас возможностей для финансового маневра, для закупки препаратов. И республика получит дополнительные средства для того, чтобы изменить здоровье наших граждан. Вот мы посчитали, и оказалось, что более 4,5 миллиардов рублей мы могли бы получить в том случае, если бы никто из наших пациентов не отказался в пользу денежной компенсации. И на сегодняшний день мы получаем чуть больше, чем 1 миллиард 800 миллионов рублей. Как видите, дистанция огромного размера, и, конечно, в этом смысле наши возможности ограничиваются.